Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна с канала DIY Рукоделие. И сегодня я попробую сплагиатить у Свиты с канала Хобби Маркет. Она рисовала картину «Волну». Мне так она понравилась. Ссылка, кстати, на ее канал я дам. Очень хороший канал. Заходите. Вот. Будем пробовать рисовать волну. У нее получилось шикарно. Не знаю, что получится у меня. Но прежде чем нам начать красить нашу бутылочку, нам надо ее обезжирить обезжиривателем, либо ацетоном. Возьмем наждачку и хорошо ее пройдем наждачкой. А потом будем красить белой, акриловой эмалью. Я бутылочку покрыла, но стала ее. Я ее покрыла в один слой. Потому что дальше мы будем голубым тонировать. Одну сторону мы нарисуем волну. Прямо рисунок будет. А с другой стороны, я хочу, вот у меня, смотрите, какая есть замечательная салфетка. Вот. И вот это вот дельфинчика какого-нибудь из них, или этого вот поменьше, я вот помещу вот сюда. Остаток краски у меня вот здесь вот уже совсем прям остается чуть-чуть. Я добавляю чуть-чуть, прям вот каплю. Вот. Собираю все со всех боков. Цвет у меня получился практически идентичный. И я тоналю одну сторону и боковые. Одну сторону я не трогаю. И даем хорошо просохнуть. Итак, давайте. У меня она вся высохла более или менее. Вот. Теперь давайте попробуем порисовать. У Светули, конечно, у нее плацдарм пошире, и волна, наверное, поинтереснее получится. У меня же она получится очень крутая. Так, давайте. Мне нужна синяя краска. Я взяла такую грифельную, можно взять акриловую. Ссылка на краску у меня будет в описании. Thank you.
Ну, смотрите, вот я доделала. Может быть, у меня не все так получилось замечательно, как у Светули, потому что она все-таки делает не первую картину. Я экспериментирую, рисую такой первый раз. Вроде как волна. И очень узкое вот это расстояние. Очень сложно что-то как-то ее, в общем, масштаб показать. Но, тем не менее, мы что-то с вами сделали. Вот. Теперь я хочу на тыльную сторону. То есть пока что-то делала рукой, взялась, было плохо просохнуто и содрала, закрасила. Но мы сейчас все равно все это будем под декупаж, поэтому не страшно. Я буду, наверное, возьму, так как у нас здесь волна, и вот эти вот волны, наверное, вот этого дельфина лучше всего. Так, смотрите. Я всегда делаю только на акриловый лак. У нас получилось. Крышку для того, чтобы ее было легче снимать, я обмотаю джутом. Аж больше не могу придумать, чем ее обмотать. Так, друзья, если вам понравились мои эксперименты с рисованием, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите мне комментарии, делитесь моим видео, мне будет это очень и очень приятно. Вот такая у нас получилась симпатичная, необычная бутылочка. Итак, до новых встреч в моих видео. Пока-пока!